Потому что я недавно из Европы. Ой, ты так hot, у тебя есть немного water? Пластик! Господи, этот русский менталитет меня доконает. У нас в Европе все знают, что пластик это Да сколько рыб умирает от твоих рук каждый день? И почему все думают, что ты безработная домохозяйка? Да ты заработаешь на китобойне! Все русские меня доконают. Блин, я не могу, можно мне стакан? Я что, по-твоему, животное? Трубочку дай. Так я не поняла, где ты была? Ну, как где? Хацапетовка. Это возле Франции. О, секунду. Да, дарлин. За сараем, лопата, за сараем. За каким сараем? За Уилла, за нашей Уиллой. Она лежит за нашей Уиллой. Там крем для загара искал, у нас в Европе такое солнце. Ой, время сиеста началось. Все, пластик забираю. Пластик это зло, пластиком не пользуемся. Валер, нашла бутылку на молоко. Ну, не сходим, сегодня наберем. Что там, готово? Аля, какого хрена? Ну, у меня челлендж. Ну, ты можешь хоть раз нормально еду приготовить, я скоро с голоду сдохну. Убирай, я сказал! Зайчик, а у тебя есть номер Деда Мороза? Тогда передай ему, пожалуйста, что у него осталось 7 дней. Или ему жопа. Ну я молодая, незамужняя женщина, ну что я могу хотеть? Какой кухонный комбайн? Миксер? Ты офигел? Ой, секунду, девчонки звонят. Что тебе твой подарил? Айфон? Часы? Билеты на Бали? А мой мне что? Свою любовь! Да, я знаю, что бесплатные подарки не считаются. А мама говорила, что когда любят, покупают трехкомнатную квартиру в центре. Я так и знала, что ты меня не любишь, Лина, не любишь. Неужели ничего не надо? Ладно, я согласна на колечко. Тиффани! Когда парень с двумя здоровыми почками говорит мне, что у него нет денег, я почему-то не верю. Так вот, любимый, кухонный комбайн на пальчик не наденешь. 16,5. Такая легкая игра, так просто получается. Ай, глянь, как круто я играю. Нажми крестик на джойстике. Эй, куда ты поехал? Я так не играю. Аля, верни мне режим презентации. Я сегодня не выйду на работу. У меня, понимаете, ремонт в самом разгаре. Еще и Джонни заболел, не знаю, что делать, да? Спасибо, спасибо. Ты не умеешь играть в эту игру. Я, честное слово, умею, очень хорошо умею. Оливка, не мешай. А дай поиграть. Ладно, на. А как делать прыжок? Крестик. Я знаю, я просто спросила, чтобы знать, знаешь ли ты. Почему оно все время на меня выпрыгивает? Я не могу так. Стрелка не получается. Собака женского пола. Почему отключили воду? Я нахожусь в негодовании, поскольку все коммунальные услуги полностью оплачены. Ау! Меня переполняют эмоции. Ты куда мою машину царапаешь? Ты что, с ума сошла? Ах ты, женщина древней профессии! Котик мой любимый, зачем ты украл с моей тарелки? Ты что, окончательно с ума сошел? Уже бывший заколебал. Да хватит мне названивать. В данном случае ты слишком настойчив. Ты меня утомил. Эй, Настя, ты уже надоела не лайкать мои фотографии. Мы же с тобой подруги, блин. Любимый, а ребята мне сказали, что видели тебя в компании малознакомых невоспитанных дам. Признавайся, дурачок. Если же они не обманщики, то ты попал в морально некомфортную ситуацию. Немедленно сохрани себе это видео, если ты культурная женщина.
Доброе утро, дамы. У меня для вас любовный гороскоп на неделю. Овны, пишите первые. У меня вот бывший Овен. Вот он первый не писал, потому и бывшим стал. Ха! Парни, если вы живете с девушкой-тельцом, то перестаньте дышать и притворитесь мертвым, потому что самки-тельцов реально агрессивные! Если ты близнецы или рак, то парень справа от тебя мудак. Не встречайся с ним, хотя кому я говорю. А если вы дева и у вас есть диван, то под ним вы сможете найти подавленное эго своей второй половинки. Весы, включайте режим активного игнора. Скорпионы и стрельцы, ваш план по убийству бывшего не сработает, расслабьтесь. Британские ученые доказали, что в случае ядерной войны только козероги и тараканы найдут способ выжить. Но на этой неделе конца света точно не будет, так что вы точно успеете завести себе кота или парня. Ну а водолей бывают чаще во френд-зоне, чем в туалете. Фух, надеюсь, в следующем году ситуация изменится. А рыбы, вот есть же где-то в мире мужик, который их поймет. Ну а где он и когда будет, непонятно. Снег! 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 Алло, Маш? Настя? Таня? Оля? Юля? Алло! Идем гулять! В смысле у тебя плавание? В смысле маникюр? В смысле у тебя дети? Где ты их взяла? Там такие пацаны в снежки играют, а? Ой, тонулась! Пить хочется. Жарко. На санки в торговый центр. Какие лыжи? День рождения к Насте. Блин, зайка, какая елочка, сфоткаешь меня? Да стой ты, господи. Да куда ты двигаешься, у тебя эпилепсия? Не двигайся. Замри, кому сказала! Покажи, что вышло. Ты не мог сказать, что у меня волосы надо поправить? Перефоткивай. Magic. Я звука не слышу, ты фоткаешь? Да куда ты тыкаешь мне? Да чё ты стал дальше отойти надо, ты не понял или как? Нормально, теперь стой. Я вот так повернусь. И типа бумеранг. Да стой ты ровно, господи! Ты можешь не орать на меня? А ты можешь заткнуться и снять? С оленем давай. А сейчас я мандаринку возьму. Да куда ты? Ты можешь не жрать? Да сними ты уже и все, ты задолбал меня! Хватит на меня орать, я тебе фотоаппарат или кто? Да ты сними и все! И тебя с Новым годом, зай. Ну что, Ален, чем займемся? А давай сериальчик посмотрим. Блин, давай, ты на какой серии? Я на 15-й. А я на 8-й. Слушай, ну там, в принципе, ничего такого важного не произошло. И спойлеров не будет в любом случае. Честно? Да. Ну давай. В смысле она беременна? Как? Да тихо ты, смотри, там дальше понятно. Подожди, она помолвлена? Кто этот чувак? Да это неважный чувак. Он ее муж, в смысле неважный? Ладно, смотрим дальше. Это что, их дети? Ты ж говорила без спойлеров! Упс. Ладно, сейчас быстро мне расскажи, как это произошло, и смотрим дальше. А этот куда делся? Умер? А, ты не знала этого. Ну, теперь знаешь. Ты сядь дальше. Они нашли убийцу ее матери? Это был ее брат? Алена! Ну, спасибо. Да, мне красный такой. Улица Праздничная, 13. Расчет наличными. Праздничная, 13. Что, баба, сегодня у меня? У Вики? Ладно, сейчас. Дело одно закончу и выхожу. Я тупая, по-вашему? Я не это заказывал. Давай сюда. Ты кто тебя на работу взял, придурок? Ладно. Мальчики, немедленно признавайтесь, чей букетик? Курьер не сказал, но мне очень приятно. Я вас всех обожаю, целую. Блин, что-то не то. Не, надо не так. Веник какой-то мне прислали, фу, оно мне не надо. Как будто я буду свое женское драгоценное время тратить на вот эти ваши веники, отношения. Да ну мне не надо вообще. Все, девки, готово, я выхожу. Да взяла, я взяла. Снято.